3 ноября в церкви «Христианская миссия» в городе Щелково состоялось открытие клуба «Суперкниги». Для детских служителей это стало настоящим событием, ведь теперь «Суперкнига» в их церкви выйдет за пределы воскресной школы. «Суперкнигу» у нас дети смотрят на воскресном служении, и эти мультфильмы являются частью образовательного процесса. Вот. И сегодня мы узнали, что есть приложение, и мы обязательно воспользуемся и будем смотреть «Суперкнигу» и дома. Я вижу, что когда мы находимся на воскресном богослужении, мои дети всегда на детском служении в это время, ровно как я на служении получаю духовную пищу, Слово Божье, и мы, когда едем домой, я вижу, как дети мои бурно обсуждают после просмотров очередной серии на детском служении, они делятся своими впечатлениями, разговаривают о героях, и я вижу, что это определенное оставляет в них отпечаток, определенный след, который впоследствии приносит свои плоды. Они учатся через такие мультфильмы быть сострадательными, быть добрыми. Команда проекта «Суперкнига» вместе с администратором Оксаной Наумовой провели открытый урок. Дети смогли лучше познакомиться друг с другом, принять участие в играх, конкурсах, а также смастерить поделку с главным героем мультфильма. Моя любимая серия – это «Сны фараона». Она любимая, потому что она мне говорила то, что если тебя не любят, ты должен все равно и любить всех людей. Потому что если одного любят, а всех не любят, то ты его не должен бить, обзывать и говорить, что он плохой. И надо всего сказать мне, что я тоже тебя люблю. Мне нравится история Иона. Там она говорит о том, что от Бога нельзя спрятаться, то, что Бог все видит. И мне она нравится, потому что там про рыбу. В каждом детском празднике «Суперкниги» центральной частью становится встреча с Робиком. Этот раз не стал исключением. Вместе с любимым персонажем дети танцевали и водили хороводы, а после получили памятные подарки. Мы сегодня открыли суперклуб в городе Щелково. Было очень приятно познакомиться с детками. Я верю, что в будущем эти детки, этот клуб вырастет, и что здесь будет в 2 раза больше детей, и этот суперклуб даст больше плодов. И мы верим в то, что действительно этот проект, этот праздник, который сегодня вы нам устроили, он принесет свои плоды в жизни детей. Действительно, они с еще большей ревностью и интересом будут смотреть мультфильмы, проходить уроки и применять это все в своей жизни. Мы благодарим вас. Спасибо вам за это. Информационная служба проекта «Суперкнига». Москва.